Дорогие подписчики, завтра, 16 июня, на ВДНХ в 19:30 в Зеленом театре состоится грандиозный концерт. Вход абсолютно бесплатный. Там будут выступать и дискотека «Авария», и Полина Гагарина, и Клава Кока, и Николай Фоменко, и пицца, и многие-многие другие. Все это организовано Ксенией Алферовой и Егором Бероевым и их замечательным благотворительным фондом «Я есть». Ребята не устают делать добро, я стараюсь их поддерживать в соцсетях. Приходите. Мало того, что свободно, так еще и грандиозный праздник. Разделите радость с многочисленными детьми, их семьями. Порадуйтесь песням и просто насладитесь хорошим временем в этот замечательный завтрашний воскресный вечер. Вот, понимаешь ли, смотрим. Вкусный, да, слушай? Как у нас черешня-то поспела, а? Слушай, правда вкусная? С дерева вкуснее, да, Галь? Ой! Так, спокойно. Ой! Лети, самолетик. О! Хорош на закате. Ты смотри, какой сидит. Растопырил пятерню. Давай у нас, говорят, тля на розах. Давай, слетай. Лови тлю. Чтоб ни одна тля не осталась. Даешь бой тле. Бой тле. Бескомпромиссный бой всей тле. Дурь какая, а? Загадочно. Странно. Днем рождения тебя, днем рождения наш Максимка, днем рождения тебя, ура! И кепочки опускаю.
Тебе, дочка мой, не забирай ее микрофон. Давай. Вот Максим знает, с кем дружить. Молодец, Максим. А я не умею дружить по блату, вот и все, Максим. А тут не блат, тут личная любовь, Оля, уважение. Это... Ну скажи, Максим. Оль, ты знаешь... Пошел. Вообще внимания не обращает. Парует, идет себе и все.